Hast du den gesehen? Dein würde ich mich freuen. Всем привет, друзья, это канал Outcast Games, продолжаем с вами проходить Iron Storm. Я вот думаю, что, может быть, это стелсовая миссия, нельзя попадаться на глаза, так как мне не попасться на глаза, если они меня видят, сука? О, стоп, знаешь, что я придумал? А, как там? Я буду вот так. Может, меня так не заметят? Рубать ты чувак, ты так ползаешь прикольно. Не сюда? Не вот этот грузовик надо погрузиться или что? Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик, а? Не спалили. Так. Спокойно, ребята, только не пукайте, окей? То мне неприятно будет. Смотри, мне все видно, какие у меня пушки даже в руках на этом. О, чувак сидит, смотри. Смотри, раз пушку на это, прикольно зарядил. Так, хорошо, ладно, вот это. Ну, если так, то окей, но просто баг в чем? Лейтенант, давай, пошли. Баг в чем? Баг в том, что если меня заметили, то меня уже стоп... Ты чё? Так, смешать и смешать, Джеймс, это единственный способ пробраться вольно живым. Это, косяк в том, что если меня даже заметили, я должен все равно как-то пройти, потому что альтернативного варианта нет. Вот это вот что плохо, да, получается. Если меня заметили, значит меня убили, даже если я в жопе буду сидеть. Даже если я в туннеле буду сидеть, никого не будет, меня все равно убьют. Нет отсюда выхода, я знаю. Все напишут, пулемет ветроля, нужно попасть туда и посмотреть, что мы можем сделать. Давай идем потихоньку, слышь. Нормально. Фух, это, конечно, плохо. Вот это вот прям я не одобряю такую херню. Я должен как? Или же пробраться скрытно, или же зачистить весь лагерь. Все. Но нет, они так не сделали. Они сделали, что нужно именно... Нужно именно скрытно пройти, и если ты скрытно не пройдешь, то все, тебе хана. Чего вы тут? Надо держать в лагере, лейтенант. Да я как-то в курсе, что это очень сильно заметно, но как-то не хотелось бы ее выкидывать. Бляха, придется выкидывать пушки, да? На спине, ты говоришь? А можно пистолет оставить? Ладно, я выкину, короче, наверное, сейчас все. На. 6. А гранаты я могу оставить, да? Вот так поет. Эй. Слышь? Меня, блядь, схватило спину, блядь, не могу. Блядь, что со мной такое? Сейчас я тут немножко разомнусь, подожди. Все нормально. Попустило, чувак. А пистолет тоже выкинуть? Ладно, выкину. А можно эту оставить хотя бы? Мачетку. А я... Ты выкинул пистолет? А, у меня дрободан. Ладно. А подожди. У меня меч остался. Сейчас чихну. Ой, блядь. Чувак, выкидывать меч, нет? Ну, блин, ну вы же хоть что-то мне оставьте. Ладно, я все. Пошел, короче, потихо. Куда? Стоп! Блять, твою... В смысле, я не ту кнопку нажал, что ли? Серьезно? Ёлки 20. Хотел сохраниться один, блять. Ой, заляг, блять, как? X. Хотел сохраниться, классно, да? Нормально сохранился, блять. Ай. Ай, блин. Он не нищ, он не нищ.
О, ныныща, нищник, зай. О, ныныщ. Так быстрее. Вроде. Почему их скрытно нельзя всех выбить? А меня так типа незаметно, да? Такой на сером фоне черная такая херня ползет. Типа незаметно, ну окей. Да, все, пошли. Давайте я буду, наверное, это, по ходу выкидывать оружку, чтобы все равно... Все равно я так понимаю, что... Здорово. Я понимаю, что я все равно без оружки останусь, хоть так, хоть иначе. Так что давайте, походу, будем выкидывать. Так, вот это нафиг. Вот это... Да, что ты сделал? Эй! Так, 3-4. Дель. Вот это... Дель. Вот это... Дель. И вот это... Не, гранаты я, пожалуй, оставлю. Идешь? Ха, ха! А что ты не дерешься? У меня кулак есть. Я с кулаком. Ой, прикольно, блин. Хотел сохраниться один, елки 20. Ты можешь быстрее топтать? У нас время, как бы. У нас время! Эй! Да. Ты даже не скажешь мне, чтобы я избавился от оружки. Вот это ты круто сделал. То, что типа... Что такое? Я тут... Разъебали меня. А тут всех разъебали, походу. Так, а что, я не помню, меня кто-то заметил или что? Все, я тут. Я. Эй, я. Что? Эй, я. Эй, я. У тебя тоже спину прихватило, чувак. Вперед, куда? Звайн, шмайн, драйн, фирн. Все, блядь. Загрузка. О! Вот это Угенберг. Нет, это не Угенберг. Короче, русские с немцами на пару, я так понимаю, да? И есть попадаются в перемешку они, или что? Потому что одни на немецком разговаривают, другие на русском разговаривают. Что-то непонятно как-то. Ой, блин, а я там кнопку нажал случайно. Это хорошо, что не скипнулось ничего. Прикольно. Так, и чё? Становится тише. Думаю, теперь нужно убираться отсюда. Пробуйте этот ключ. Какой? Какой ключ? Дай ключ. Какой ключ? Дай ключ. Сюда? Осторожно, лейтенант. Что, лейтенант? Осторожно. О! Да, удача улыбается храбрецам. А Вольфенбергский завод находится на западе города. Чтобы я попасть к нему, тебе придется пересечь весь город. А... Что-то он там Ты пушку мою спиздил! А чё, подожди, нас привезли сюда? И уже тут оружка сразу лежит, типа, да, бери, что хочешь, там сразу стреляй. А мы разве не пленные? Я так, вопрос у меня такой. Мы разве не пленные? Тут и дробовик, и та, это ты чё? А, я так понял, атаковать нельзя, да? Нужно в нычку, что ли, проходить? Это плохо. Ага. Походу, нас спалили! Кто в меня стрелял? Ты чё засел? Сосал? Блять, сука. Чё за херня, блять?
Так игра ж сохранена. Блять. Чё за дерьмо? Хорошо, эти чуваки сами же спалились. Сказали, иди за мной, и сами же и спалились. Ну и чё сидим? Давайте каждому по пушке и будете стрелять. Так, этот у нас... Давай я на F5, потому что, чтобы потом мне... Ой, блядь. Стрелять нельзя. Хорошо, кто вас спалил? Дайте мачете просто. Так, походу, вот этот их испалил, они ж туда пошли. Я его на мушке держу. Да, он их испалил. Они дурни, блядь. Подохни, говорит. А теперь говорит на немецком. Говори нормально. Я сам остался. Гесам чухле, чхуле, ахуле. Ты дурак, а ты свой, а ты заныкался, да? Ты чё трусишься? А ну-ка, блядь, возьми себя в жопу, ты чё, слышь? Ты как на войну вообще попал? Ты там уже, наверное, тут намочился нормально. Ладно, пойду от тебя, тут какой-то стрёмный. Ты как, ты вообще, как тебе сюда сказал бы? У меня ноги трусятся. Вот чувак, смотри, сидит с пулеметом, шмаляет нормально, помогает мне. А ты чё? Засел там такой. И ссыкует. Нахрен ты такой нужен здесь? Ай-яй-яй, кто? Где-то вон оттуда стреляют. Но я только пока что не пойму, где. Сейчас. Добрый день. Вот охвак. Да. Короче, пацаны, заебали. Все равно они нас спалят. Может, ты стрелять пушка будешь, нет? Да, блять, попади ты. Вон чмо сидело. И вот там чмо сидит. Ты тут сыкуешь до сих пор. А ты где? А ты тут сидишь, молодец. А тех двоих убили по-любому. Ай! Какие, сука, меткие, блять. А хули я не попадаю? Они, сука, такие метки, их еще и не видно ничего. Ладно. Куда эта пушка шмаляет, не пойму. Ты живой? А где с этого оружия? Я же его тут самого первого убил. А, вот оно. Блин, тут еще этих снайперов палить, где они тут есть. Здорово. А мне нечем разбить. Умывальник. Классная кухня. Ни хрена нет, один умывальник стоит. И все, и одна кастрюля. Сковородка. Я перепутал. Ты охуел! А вот и мать... Ни хрена себе, это тебе, блин, надо, знаешь, где стоять, чувак? На передовой вот так встал, блядь, перед пулеметом, и похуй все. Ты видал, я в него сколько выстрелов ебашил? Это обычный повар, живучий, блядь, солдата. Вы серьезно? Зато я мачете взял. А, чё по телеку? По телеку ничего. Блядь, откуда ты взялся, тварь?
Так я ж тут всех убил. Что взорвалось, не понял. Что взорвалось-то? Зарядка. Чувак, не ссыкуй. О, шайзер! Есть такая игрушка, чейзер. Охуеть. Мне нужна лучшая пушка, чем вот эта вот. Сука, убежал. Пошел ты со своими гранатами, блядь. Вот этого не пойму, как убить. Он там так сел за этой, блядь, створкой. Хе-хе. Что, с первого выстрела? Да ладно. Не может такого быть. Так, сейчас самое опасное — это повар у нас. Самая опасная хрень — это повар. А чё вы со мной не идете, слышишь? Прикрывать меня кто будет? Самое опасное — это повар здесь. Откуда взялись эти чуваки-то? Я не понял, что тут все взорвалось, что-то там это. Как это вообще понимать? А? Поварюга! А чё ты с одного умер? Так, я лезу наверх. Кто-то хочет ко мне. Здоровета! Здоровета! А ты можешь вылезти? Можешь. А зачем мне сюда? Тут есть патроны и аптечка, я здесь сохранюсь. Там чуваков наших уже не спасти, потому что они дебилы. Так, а тут снайпер вот сидел. Теперь мне нужно отсюда отстреливаться, да? А чё я уехал-то? Чувак, ты охерительно... Он где-то здесь. Второго. Он охерительно бегает, как подстреленный чувак очень охерительно бегает. Ты видел? Я его подстрелил два раза, а он бегает. Они сюда не зашли? Там еще не всех убил. Ладно. Индас? Индас медаль. Сука, че я шныряюсь? Подожди, а я на втором этаже. Так, а стекло и пробивается, интересно, нет? Так, по телеку ничего не показывают, там неинтересно. Тут у нас аптечка есть, но пускай лежит, возможно, пригодится. Какая сложная миссия, а? Так, и чё, куда? Кто-то навонял опять. Куда мне идти? Ну, явно не сюда, да? А у меня вопрос. Как туда снайпер залез? Или его подсадили? На батуте. Возможно, на батуте. У меня вариант только на батуте.
Ты дурак, как ты туда залез? Хоть ты! Ты, Спайдермен, ты чертов! Как вы туда залазите, блядь? Слышь, ты, еще текстурчик, падла. Класс. Класс. Вообще. Неплохо. Это газовая граната. Я правильно пошел? Да, походу, да. Мяу. Котики где-то. Шкуля. Школа, что ли? Шкуля, шхуля. Мяу. Котика не трогайте. Это кто-то выстрелил? Так, очень... А сейчас теперь смотри. Где? Сзади никого. Кто меня гранатой вообще кинул? Там чувак сзади... Сзади сразу же респавнится с ракетницей. Нету. То есть пока меня не заметили, их нету, да? Да, опять походу я не туда пошел где-то. Ладно, пойдем в ту сторону. Я не знаю, может я не действительно не правильно пошел, потому что если меня заметили, меня убили 100%. А куда можно тут еще сходить? Да можно? Нельзя. А туда? Привет. Пацаны, привет. Ты умрешь? Да, походу опять тоже не сюда. Хотя, может быть, и сюда. Я не понимаю, куда идти точно. Сколько ходов? Это... Ладно, у меня жизни нету, так что меня убьют 100%. Аля-ля-ляй! Штай-штай. Да, блядь. Смотри, чувак, не бессмертный. Бей его. Так, стреляют откуда-то по-любому. Ага. Да. В общем, ладно, пойдем тогда, я не знаю куда. И тут нельзя, и там нельзя. Ну, наверное, скорее всего, в ту сторону пойдем. Потому что что-то тут прям сразу ракетчик выбегает в упор и шмаляет нормально все. Так что пойдем в ту сторону, скорее всего. Убьем там вот этого чувака, который что-то там у меня стреляет с автомата. А, он здесь. А, там пулемет. Ты чё идешь вперед-то? Бум, шапка улетела. Вот эта пушка мне не очень нравится. Ты чё, гусяки? Какого хрена вы гуськом пошли? Вы же меня не видели. Они же меня не видели. Как они пошли гуськом? Ну, у них, блин, возможно. Это модифицированные немцы. У них есть на заднице и на боку глаза. Везде у них глаза есть. Везде. Где бы ты ни был, они тебя найдут, увидят, пойдут гуськом и пристрелят нахер. Все. Всем спасибо за просмотр. Ссылка в описании под видео. Комментируйте. Всем до встречи в следующей серии. Iron Storm. Всем пока.